Всем привет, друзья, это канал 128, и сегодня обещанная мега-распаковка, 100 штук, прилипал 5 из Dixie. Как всегда, мега-распаковка, как всегда, мы разыграем что-нибудь, если будет, видео наберет, например, 5000 лайков. 100 штук я купил, потратил кучу денег, купил много товаров, можете посмотреть предыдущие, вот здесь два альбома, я надеюсь, две коллекции соберется, может и не одна собраться, сейчас мы это выясним. Накупил много товаров по этой акции, то есть, если кто не видел, заходите, там предыдущий мой ролик будет, там будут всякие вот такие штучки для экспериментов, слаймы, жвачки для рук и так далее, там лизуны, в общем, много всего интересного, и про это мы еще будем отдельно снимать дополнительно. А сейчас распакуем 100 штук, посмотрим, сколько можно собрать коллекции, и, кстати, есть информация, что первым собравшим коллекции полагается какой-то подарок в Dixie, об этом мы тоже еще уточним, и обязательно это вам расскажу. Ну что, друзья, поехали, давайте будем собирать, распаковывать, сейчас я как-нибудь так сделаю. Мы их пока не будем сразу в альбом ставить, а выставим в ряды, как мы это делали со стирателями. Так, поехали. И первый у нас это попадается вот такой вот, он, зовут его Пискля. Ставим сюда. Так, сейчас я подсказку себе возьму в виде альбомчика. Так, дальше. Кстати, альбом вот так может заворачиваться, вот, вот тут. И вот так можно его ставить. Итак, первый у нас был Пискля. Поехали по-быстренькому, ускоримся, если это получится у нас сделать. Дальше у нас вот такой, это понедельник этого товарища зовут. Смотрите, какой печальный, с кружкой кофе. Не хочет на работу, не выспался. Понедельник. Дальше у нас еще одна Пискля. Хорошо присасывается, кстати. Всего 24 фигурки. Я уже думал, там опять Пискля. А это у нас, сейчас скажу, кто. Это у нас Упсик. Упсик его зовут. Дальше у нас вот такой вот оранжевый. И зовут его Злюка. Такой прикольный Злюка. Идем дальше. Дальше у нас вот такой сорванец. Самая крупная, наверное, фигурка, кстати. И почему-то он не хочет прилипать. Нет, прилип. Дальше у нас вот такой товарищ. И звать этого товарища Пачкун, который все пачкает везде. Ну, у Пачкуна такой цвет розовый, красивый. Как-то на Пачкуна он не тащит. Вот такой вот красивый, смотрите, какой прикольный, с крылышками вот такой вот. И зовут его Абаяш. Ну, действительно, Абаяш, посмотрите в его честные глаза. Так, идем дальше. Пока что только один раз повторка нам попала. Дальше. Первая повторочка. Вот я договорился, вторая повторка попалась. Вот тоже забавная фигурка. Она такая приятная на ощупь, вся в пупырышку. И зовут его Бояка. В игре он, кстати, играет злодея. В приложении, которое Dixie выпустила к этой акции. Дальше у нас новая фигурка. Смотрите, какой-то водяной. Ну, тоже какой-то он сердитый. И зовут его Грязнулькин. Так. Идем дальше. Дальше у нас вот такой вот. Смотрите, какой пупырушку зеленый. Как будто у него... Так, это кто? Как будто у него скитлстрянка. Это у нас Почемушка. Почемушка есть. Мне, наверное, места не хватит. О, ну, это вообще вот прям, я не знаю, лизун. А зовут его Хлюпик. Хлюпик. Смотрите, два салатовых друг с другом находятся. Дальше у нас еще один Хлюпик.
Хлюпики кучкуются. Следующий у нас, это, по-моему, Любопыш. Видите, он с лупой такой, что-то любознательный, все что-то выпытывает. Да, Любопыш его зовут. Новая фигурка. Дальше у нас вот такой товарищ. Смотрите, улыбочка. Улыбка точно такая же, как и прическа. Только наоборот. Так, это приключашка. Это приключашка. Наверное, он любит приключения. Итак, друзья, дальше. Опять новая фигурка. Это у нас, по-моему, скромняшка. Да, скромняга, если правильно. Вот такое какое-то оранжевое привидение, если честно. Идем дальше. И здесь у нас, кто это, понедельник был? Повторочка. Дальше у нас, ну, этот товарищ тоже был. Злюка. Смотрите, там прямо второй ряд начинает образовываться. И вот он сорванец, смотрите, по порядку прям пошли. Трын. Дальше у нас, вот, один пропуск. Забыли розового, а так тоже продолжается наш второй ряд. Так, и это, ну, опять он. Смотрите, сколько много этих пока что. Еще один понедельник. Еще один вот этот. Забыл я, если честно, опять как его зовут. Приключашка. Любит приключения. И вот у нас сорванец, он тоже уже был. Тут уже третий ряд выстраивается. Вылезай. Дальше у нас опять сорванец. Дальше у нас понедельник. И снова понедельник. Ну что, пока это самая популярная фигурка. Еще один у нас такой товарищ. Где же что-нибудь новенькое? Вот, новенькое. Смотрите, какой прикольный. Глазки у нее сердечками. И даже язык сердечком. Влюбляка. Ну, он оправдывает свое название своим видом. Что-то он не хочет. Вот. Идем. Так, не пойму, у нас такой был? Не был. Смотрите, какой он. Наверное, это хохотун. За живот держится, смеется. И зовут его Хохотун. Да, все правильно. Хохотун у нас пойдет вот сюда. Так, надо немножко альбом убрать. Второй, чтобы он нам не мешал. Идем дальше. Это еще один сорванец. Это у нас еще один любопытный этот чувачок. Дальше у нас еще одно привидение оранжевое. Дальше. Еще один понедельник. Ну вот, пока понедельников и сорванцов больше всего. И вот что-то новенькое. А, нет, уже был такой у нас один. Не будем заострять на нем внимание, значит. Идем дальше. Дальше у нас... Еще один такой зеленый. Хлюпик. Его звали. И еще один вот такой вот обаяшка. Следующий. Такой у нас тоже был. Вот он здесь. Их теперь три. Ты куда? Не хочет присасываться никак. Вот. Следующий. Еще один такой же. Очень плотненько они там стоят, эти товарищи группой. Дальше. Куда ты? Убежал куда-то, ребята.
Так. И это у нас вот этот вот товарищ, который, у которого скитлстрянка. Дальше. Вот такой вот персонаж. И зовут его Шептун. С конфеткой, видите, с длинными ушами на кролика похож. Наконец-то новая фигурка. Дальше у нас опять новая фигурка. Какие-то они наполовину морские, эти фигуры, если честно. Этого зовут у нас Шок. А, он в шоке. Смотрите, рот открыл, у него шок. Новая фигурка. Такой уже был один. Теперь их два. У нас 18 уже фигурок собралось из 24. Такой тоже был. Еще где-то 6 должно быть. Ну, очередной вот этот шок. Шок будет у меня, если я со 100 штук не соберу всю коллекцию. Такой товарищ тоже был. Это будет очень обидно. Такой тоже был, уже третий. Следующий тоже. Следующий. И такой был. Ну что ж, пошло очень много повторок. Это, конечно, объяснимо, потому что уже 18 собрано. Чем дальше, тем больше повторок встречаются. Это опять шок. Вот его не было, не было. Теперь целых 3 штуки набралось. Это у нас понедельник. Да, как же без него? Давненько его не было, да? И это у нас, как его там, злюка. Дальше. Дальше у нас вот этот вот бояка. Очень классная фигурка. Прям как антистресс, он на ощупь такой прикольный. Дальше у нас такой был. Смотрите, он уже догнал других по количеству. Еще один обояка. Вот-вот он догонит понедельника. Или как там? Обояшка. Обояш. Опа. Еще один злюка. Ну и вот. Опять. Друзья, опять одно и то же, и опять одно и то же. Неужели мы не соберем? Вот он, еще один обояж. Еще один любопыш. Куда-то ускакал. О, наконец-таки что-то новое. Смотрите, какой сердитый, прикольный. И звать этого товарища Нехочуха. Вот он в руки сложил и ничего не хочет. И даже попадаться нам не хотел, но вот, слава богу, попался. Этот сорванец у нас тоже был. Этот, как всегда, был. Наверное, это самая популярная штучка, фигурка. Так, вот такой. Вот, наконец-таки что-то новое. Смотрите, какой-то как лисенок, что ли. Такой тоже какой-то сердитый. Сейчас мы посмотрим, кто это. И зовут его Несмеюн. Вот он, Несмеюн. Наконец-то новая фигурка. Вы знаете, пакетиков все меньше и меньше. Так, такой был? Был один, да, вот он. Теперь их два. Очередной вот этот товарищ злюка. Опять же он. Вот, теперь повторочка из новой волны. Еще один любопыш. Еще один злюка.
О, давненько не попадался, но он уже четвертый. Без комментариев. Пакетики заканчиваются, а фигурок собрано еще много. Вернее, много еще не собранных. Я так чувствую, наконец-таки еще вот один этот попался. Я так чувствую, что мы их не соберем, к сожалению, со 100 штук. Вот такой шок. Вот такой товарищ. Что-то зеленое у нас уже было, их много очень. Еще у нас вот так, стоп. Наконец-то новый, друзья. Смотрите, какой новый чудик. С какой-то конфеткой за спиной спрятанной. И зовут его Хитрюн. Видите, какие хитрые глаза. И конфету спрятал. И никому не расскажет, что у него есть конфета. Давайте дальше. Вот еще один. И еще один. Ну, они уже скоро до меня доползут такими темпами. И вот еще один. Ну что, друзья, пакетики у меня закончились. Но есть еще вот эти фигурки, которые я в первом ролике распаковал. Давайте посмотрим. Такой есть, такой есть, такой тоже есть, такой есть и такой. Такой само собой. Такой тоже, и такой, такой. Так, вот такой есть? Есть. И такой есть. И вот такой. Ну, что-то получается, все у нас попались, да? Сейчас мы ставим в альбомчик и посмотрим, кого же нам не хватает. Давайте вместе это сделаем с вами. Итак, поехали вставлять. Пискля. Дальше. Понедельник. Дальше у нас вот такой упсик. Дальше у нас, где этот сорванец? Сорванец. Дальше у нас розовый такой, это кто? Пачкун, да? Который вечно все пачкает. Дальше у нас вот такой вот обаяж. Дальше, где он? Вот он, бояка. Блин, ну вот самая классная фигурка, вот, друзья. Так, это у нас Грязнулькин. Где он? Вот он, Грязнулькин. Дальше у нас Почемушка. Ищет все время Потомушку. Дальше у нас вот такой вот Хлюпик. Дальше вот такой вот Любопыш. Дальше кто ты, кто ты? Приключашка, вот он, Приключашка. Дальше вот это привидение, это у нас Скромняга. Дальше вот он с сердечками, это Влюбляка. Дальше Хохотун. Дальше кролик по имени Шептун. И дальше у нас вот такой вот Шок. После Шока идет Нехочуха. После него идет вот такая вот хитрая лисичка, которая зовется Несмеюн. Несмеюн. И остается такой вот желтенький, это Хитрюн. Ну что, друзья. Так, подождите. У меня же, кажется, был. Да, вот он, есть такой. Это у нас Лакомка. Я его немножко с другим перепутал. Вот он, Лакомка. За животик держится, наелся чего-то вкусного. Значит, так, а Злюку я когда пропустил? Друзья, смотрите, что получается. И Злюка у нас есть. И у нас только не хватило две фигурки. Вот, 24
штуки всего нам не хватило две. Это у нас обнимаша и болтушка. Обнимаша и болтушка, да. Да, нет у нас обнимашки и болтушки, к сожалению. И 100 штук, но если честно, тут даже было, по-моему, 101 штука. Две штучки не хватило, друзья. Ну, короче, обязательно мы эти две штучки, конечно, найдем, добавим. Про это снимем тоже ролик. И разыграем, если будет ролик очень популярным. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и комментарии оставляйте. Это, как всегда, обязательное условие розыгрыша. Вот такая история, друзья. Как со стирателями один, у меня тоже со 100 штук не собралась вся коллекция. Ну, чисто дело случая. Если вам понравилось, поставьте обязательно лайк. Всем пока, вы были на канале 128. Кстати, мы еще много будем про них снимать. Есть интересные задумочки. Все, всем пока, друзья.